кино. Сергей Петрович! Что такое? Сергей Петрович, нам в результате удалось расшифровать послание из космоса. Да вы что? Да. Расшифровали? Пока не полностью, но, так сказать, общий смысл, мне кажется, понятен. Да вы читайте, читайте, читайте. Читаем. Читайте. Земля. Земля. Не. Не. Земля не. Не земля. Земляне! А, земляне, да, конечно. Земляне, да. Конечно. Внимание. Гости. Гости. Внимание, гости. Ага. Альдебаран. А, так. Вселенная. Так. Приличная планета. Дальше наши координаты и время. Сегодня через 2 часа. То есть, они считают, что Земля приличная планета. Так. И летят к нам в гости. Гениально. Друг мой, надо срочно готовить встречу. Конечно, конечно. А, вот, о, слушай, Солирий, вот, ну ты знаешь меня, это шлягер. Да. Ну, переводим в минорчик и получаем. А! Как всегда, прекрасно. Сегодня, друг мой Моцарт, я угощаю. Пропал ужин. Официант. О! Черный человек пришел. О, лакримоза! Пардон. Значит, мне, пожалуйста, кофе без кофеина. Упс. Без сахара. Естественно. С обезжиренным молоком. Конечно. Хлеб из отрубей. Ну. И масло. Без холестерина. Так, теперь со мной. Иди сюда, голубчик. Послушай меня. Венца красненького креплю ненькоба. Моцарт. Сейчас. Возьми шейку свиную, да? Только пожирнее, я умоляю, пожирнее. Моцарт, не надо шейку, ну не надо шейку. И чесночком хорошо выйдет. И на вертел, на открытый огонь. Чтоб пожирнее, чтоб поджарилось, с уголечком, чтоб с канцерогенчиком. Не надо, Моцарт. Ну вкусно, это вкусно. И вот колбасочки эти у вас есть жирненькие, да? И сальца между ними. Колбасочка, сальца. Ольга, чтоб скворчало. Ты сошел с ума, это же яд, это страшный яд. Вкусный яд. Вольга,
Да, слушай, иди сюда. И трубочку мне забей, табачку. Ну, ты знаешь, как я люблю. Саморазрушение организма. Это саморазрушение организма. Так, теперь по десертику, значит, слушай. Ну вот. Лилючек, яблочко. Да. А потом все будут говорить, что это я его отравил. Мозг, ну не надо всего этого есть. И что? Два кролика, что? Сейчас поймете, коллега. Итак, коллега, вы утверждаете, что вывели новую разновидность кроликов, да? Интересно. Да. В результате многолетних исследований нашей лаборатории удалось привить им интеллект. Теперь это мыслящие кролики. Орихтолагус сапиенс. Они думают. Думают? А в чем же это выражается? Они думают. Они строят дома. Нет, нет. Нет. Играют на музыкальных инструментах. Категорично. Они баллотируются в Думу. Упаси Господь. Тогда я не понимаю. Тогда в чем же выражается, так сказать, мыслительный процесс? О чем они думают, эти ваши мыслящие кролики? Пока что я вижу, что они только размножаются, как кролики. Но они же не просто размножаются. Они только об этом и думают.